Мне в этом году исполнилось 18 лет. Я наконец могу пойти на выборы, проголосовать, отдать свой собственный голос. Как мне кажется, каждый гражданин Республики Казахстана должен четко и ясно проголосовать, от себя отдать голос. Все должны участвовать в выборах, независимо от возраста, от города, от района, все. Ради будущего вас, детей, ради нашего поколения будущего, чтобы отстоять права. И каждый, наверное, знает, за кого надо голосовать. Чтобы после не говорить, надо, каждый человек должен проголосовать за своего кандидата. Сейчас меняется потихоньку. Надо участвовать в выборах. Это важно для нашей страны. Если ты неравнодушен, если ты хочешь какое-то продвижение, надо идти. Каждый адам мысли вот солшим бородой. Өздері выбор жасайды ғой. Барады обязательно ол. Честно было, если государственный не был. Казахстан енді развивается етуге жақсы ол бұлай. Не, возможность бар ғой негізі. Ну, во-первых, каждый человек, который идет на выборы, это для него большая ответственность, потому как он решает свою судьбу дальнейшую и благосостояние в общем страны.